За последние трое суток дорожникам удалось значительно продвинуться в процессе восстановления дороги. Сейчас рабочие устанавливают анкерные системы «Титан», которые дополнительно укрепят подпорные стенки. Русло реки Псахэ практически полностью освобождено от оползневых масс и фрагментов разрушенного паводком берегоукрепления. С места ЧС вывезено 350 самосвалов грунта. Начались работы по восстановлению насыпи, идет монтаж ограждения со стороны реки. В ближайшие дни дорожники приступят к устройству так называемой дорожной одежды. Напомню, 25 июля мощный паводок и сошедший в русло оползень разрушили около 40 метров берегоукрепления. В результате произошло разрушение проезжей части. Движение на участке обхода Сочи закрыто.